Родина, земля отцов и дедов, все, что мы зовем своей судьбой, в череде закатов и рассветов, даль без края видит пред собой. Это позабудется едва ли, на века останется святым, землю ту, что Родиной назвали, коль придется, грудью защитим. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня особый день. Мы провожаем своих земляков на действительную военную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Весенний призыв, традиция которой привыкли многие поколения россиян. И сегодня мы собрались в этом зале, чтобы торжественно проводить на службу в армию наших ребят, будущих защитников великой Родины – России. Вас приветствуют участники лауреата международных фестивалей и российских конкурсов народного коллектива мужского вокального ансамбля «Морская душа», руководители, заслуженные работники культуры Российской Федерации Людмила и Федор Сидельник. Посвященная проводам юношей Тосненского района на действительную военную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации, объявляется открытым. Участникам, самым главным участникам мероприятия. Хотелось бы сегодня от лица всех жителей нашего района поздравить присутствующих здесь призывников, поздравить присутствующих здесь их родителей и отсутствующих, если кто-то здесь родителей, с таким торжественным днем для них. Потому что совсем скоро они присоединятся, эти ребята, к
мужественным, стройным рядам защитников нашего Отечества, защитникам нашей страны, защитникам нашей матери России. Совсем скоро они станут той частью щита, который защищает нашу Родину от крылатых ракет, от бомбежек и так далее. Они соблюдают ту преемственность поколений, которая существует в России испокон веков. У нас богатая, глубокая история, и нашей стране России есть чем гордиться. Подвигами наших отцов, прадедов, дедов. И поэтому думаю, что эти ребята не подведут нас, мне так кажется. И очень радостно, что вот в такой торжественный момент, конечно, здесь присутствуют и их друзья, родственники, девушки, любимые. И мне кажется, и хотелось бы напутствовать наших дорогих молодых ребят, чтобы они не подвели всех нас, вас в первую очередь, нас, жителей Тосненского района, несли свою службу с честью, правдиво, справедливо, и, если необходимо будет, не пощадили бы живота своего. Поздравляю еще раз, ребята, и не подведите нас, тосненцев. Тем более сейчас от Тосна, поскольку вот вчера футбольная команда вышла в финал Кубка России, а тосненцев знают теперь многие. Ну а спартаковцы, наверное, будут так вот немножко посматривать. Уважаемые ветераны, дорогие призывники, родственники и следующее поколение призывников. В Тосненском районе сложилась давняя добрая традиция провожать тосненцев в службу вооруженных сил Российской Федерации. И вот глядя на такие юные лица сегодня, с трудом можно понять, что эти люди через некоторое время примут присягу и будут держать в руках боевое оружие. И мы через год, если их увидим, а, наверное, Валерий Леонидович на такую традицию вести, чтобы те, которые призывники возвращаются у нас со службы вооруженных сил, тоже выстроить здесь и посмотреть, какие они вернулись изменившие, возмужавшие. Я хотел бы сказать, что мы помним тот момент, когда служба вооруженных сил была не очень престижная. Я сам когда-то поступал и закончил военное училище, служил в армии. Я помню, конкурс у нас был на одно место 7 человек. А были 90-е годы, когда мы не могли укомплектовать военное училище. Но посмотрите сейчас, президент, министр обороны, насколько поднял престиж российской армии. Вы посмотрите, какое оружие у нас появилось. И то, что вот эти молодые... Встречаемся мы здесь каждые полгода в соответствии с законом Российской Федерации, каждую весну с 1 апреля, каждую осень с 1 октября. Мы проводим мероприятия и отправляем вооруженные силы Российской Федерации юношей для того, чтобы они могли исполнить свой конституционный долг перед нашей Родиной. Отслужить по призыву 12 месяцев с честью и достоинством. Каждые полгода мы отправляем более 100 человек весной, более 100 человек осенью. Вот у нас сегодня здесь 7 человек стояло, но 8 человек уже сегодня в 8 утра уехали. Это была первая наша отправка, которая сейчас уже находится в областном военкомате. Проходят проверочные мероприятия, и завтра они уже будут в воинских частях проходить курс молодого бойца и готовиться.
Конечно, я не участник войны. Он так говорил с ним, что я просто принадлежу к тому поколению, у которых отцы, фронтовики, воевали на фронте. И мы, послевоенное поколение, встали в строй защитников Отечества, чтобы отгородить нашу страну. Вы знаете, какие песни мы учили в пионерском лагере, я помню, в 1953 году? «Звериной лютой злобой пылают к нам враги. Смотри, товарищ, в оба, отчизну береги». И мы берегли отчизну, товарищи. Дорогие мои призывники, вы идете сегодня в войска. Вот как военком, новые войска, все красиво, все хорошо. И дай-то Бог, чтобы не было войны, чтобы вы не принимали то участие, которое принимали наши отцы и деды в Великой Отечественной войне. Но придется, встаньте грудью, надо защитить, иначе не получается ничего. Я хочу сказать, что в свое время, когда я служил на кораблях, молодые люди рвались служить. Я приведу один маленький пример. Приходит ко мне медосмотр матрос. Я сейчас лейтенантом был. Аплодисменты за вас. Совсем скоро нас ждет огромный праздник. 9 мая, День Победы. Пожелаем нашим ветеранам крепкого-крепкого здоровья. И еще одна добрая традиция. Каждый раз, провожая наших ребят в армию, мы это делаем с Божьим благословением. На сцену приглашается настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери города Тосно, протоиерей Михаил Бориславский. Когда из нашего Тосненского района еще несколько достойных мужчин готовятся стать в ряды защитников нашей Родины. Братья и сестры, когда я служил в вооруженных силах, то научился очень быстро нескольким навыкам, которые мне пригодились всю жизнь. Солдат, он меряет жизнь не часами, не днями, не неделями. Это человек, который живет и который успевает за секунду сделать столько, сколько его сверстник на гражданке не успевает сделать за неделю. И каждый из вас, призывников, я думаю, это быстро ощутит на себе и научится этому необходимейшему навыку сжимать настолько время. Это человек, который умеет спать не только лежа, а сидя, стоя и даже на ходу. Это человек, который довольствуется совершенно небольшим количеством пищи, самый простой. Хотя, как я довольно часто бываю в нашей части, в Стекольном, сейчас рацион... от администрации Тосненского района. Дорогой призывник, сегодня в твоей жизни важный незабываемый день. Ты идешь выполнять свою конституционную обязанность – защищать Родину. Это еще и обязанность каждого настоящего мужчины – пройти нелегкую, порой суровую школу. Служба в вооруженных силах России всегда была почетным делом.
Твой долг — сохранить и приумножить боевое наследие наших дедов и отцов. Уверен, что ты приложишь все силы и знания для приобретения боевого мастерства. От души желаем тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, оптимизма и успешного прохождения службы. Ждем тебя на Тоснинской земле. Глава муниципального образования Виктор Валентинович Захаров, глава администрации муниципального образования Валерий Захарович Гончаров. И я приглашаю на эту сцену Игоря Александровича, Игоря Анатольевича для вручения подарков призывникам. Дорогие призывники, от администрации района примите на память о сегодняшнем дне эти подарки. Часы с символикой Тоснинского района для всех призывников. И, конечно же, традиционное обращение руководителей района. Под аплодисменты зрительного зала. Да, и вот эти часы символики Тоснинского района, чтобы ребята, находясь на службе вооруженных сил, помнили свою родину. И вот время для того, чтобы соблюдать все режимы и все распорядки дня, которые там есть. Все времена были залогом побед нашего государства. Мужеству солдата и офицера воздаем мы честь. В добрый путь, дорогие призывники! Сегодняшнего мероприятия. До встречи на осеннем призыве. Всего доброго!